Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодняшний мой гость – это X-образные лямки X-Traps от известного производителя тактического и гражданского снаряжения из Израиля Sarma Custom Made. Данные лямки позволяют носить их сумку Torva Mini на груди или как маленький рюкзак сзади. Давайте знакомиться с данным изделием. Изделие, как и сумка, изготовлено из 500-й кордуры, из ремней полиамидных и фастексов от National Molding армейского стандарта. Все лямки прострочены таким образом, чтобы ременная лента образовала интерфейс Molly Pulse, на который можно навесить или карабин, или другие подсумки. Вот. Форма их эргономично рассчитана таким образом, что сумку удобно носить как спереди, так и сзади. Они не жмут, подходят для любого телосложения, а также регулировки и диапазон их регулировок позволяет носить как на футболке, так и на теплой куртке. Регулируются лямки при помощи вот этих вот ремней. Подогнать их можно в достаточно широком диапазоне. А пристегиваются они следующим образом. Вот наша сумка Torva Mini. Вот ее точки крепления. Сверху мы закрепляем лямки фастексы, а в нижние фастексы мы вставляем адаптеры, которые крепятся очень просто, как и все остальное оборудование, такое как кошельки или адаптеры для ремня поясного или плечевого, или сам поясной ремень. Просто, легко, понятно. Все, вуаля, ровно несколько секунд, и сумка наша готова для использования. Это удобно. Также форма этих лямок позволяет интегрировать данную сумку с элементами бронезащиты или с раскруточными жилетами, что я вам покажу в своем обзоре. Там все будет четко и на фотографиях. В целом, изделие, как всегда, очень качественное. Действительно нужный аксессуар, который значительно расширяет сферы использования данной универсальной сумки. Более детально я об этом всем расскажу в своем обзоре. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч.